новости Каспий ТВ. В 12 часов дня многие граждане могли заметить нависшее над побережьем нашего города черное облако дыма. Этот факт не остался незамеченным и нашей съемочной группой. Чтобы узнать, что произошло, мы отправились к месту происшествия. Спиленные деревья, бытовые отходы и шины. Весь этот ассортимент горел на берегу моря. А черные клубы едкого дыма взвивались в небо, тем самым создавая дискомфорт горожанам, загрязняя и так не особо чистый атмосферный воздух. На месте ЧП сразу появился участковый этого района и оперативно вызвал пожарный расчет. Но возгорание было настолько сильным, что одной машине не удалось справиться с этой задачей. Окружили мусорную свалку любопытные школьники и прохожие, а очевидцы происшествия утверждают, что отходы поджигали технические работники, кое происходит уже не впервые. Небольшие горящие участки можно было заметить еще в нескольких местах. Только вот непонятным остается тот факт, почему все это добро скапливали именно на побережье моря, ведь это отнюдь не самая подходящая территория. Частенько сюда приходят дети и их родители, специально для того, чтобы полюбоваться гладью воды и подышать морским воздухом. Также этот пожар принес неудобства и жильцам близлежащих домов, в чьих комнатах наверняка остался отвратительный запах. А участковый, ответственный за данную ситуацию, комментировать ее не посчитал нужным. В скором времени пожар был потушен, а образовавшийся туман рассеялся, и синее небо вновь засияло над нашим городом. Будем надеяться, что виновники произошедшего будут найдены, а ответственные службы осознают и найдут более подходящее место для мусорной свалки. Шахнабат Кулиева, Алексей Колесников, новости Каспий ТВ.